Чуть-чуть погромче, если можно. Год для предприятий выдался весьма непростой. И еще год назад наши прогнозы были несколько пессимистичными. Но предприятиям были разработаны ряд мер для того, чтобы снизить негативное внешнеэкономическое санкционное давление на предприятия. И хотелось бы отметить, насколько сплоченно, спокойно, грамотно и профессионально отработал наш коллектив. И по итогам года мы можем уже сказать, что нам удалось сохранить объем производства, нам удалось сохранить рабочие места. И самое главное, что нам удалось сохранить, это стабильное финансовое и экономическое положение предприятия. На 2023 год мы уже предусмотрели реализацию программы поддержания и обновления основных фондов. Еще в два раза увеличили бюджет на финансирование данной программы. И уже в 2023 году мы проиндексировали заработную плату нашим сотрудникам. Мы подняли размер премии до 50%. Ну и, конечно, стоит отметить еще то, что мы поддерживаем семьи наших мобилизованных сотрудников, мы сохранили им заработную плату на весь период мобилизации. И на сегодняшний день, в будущем, мы смотрим уже несколько.